Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, и мы продолжаем проходить полную версию Contraband Police. Давайте жмем продолжить, и у нас сегодня новый день. Так, будем иметь дело с водителем, который провозит товары. Смелее, пригласите первого человека. Так, посмотрите, давайте посмотрим сначала сюда. Опись грузов. Так, опись грузов, любые несоответствия документации должны привести к отказу во въезде. А здесь... На службе подслушать телефонный разговор, благодаря которому мы получили конкретную информацию о другом контрабандисте. Ну, опять, никакой достоверной информации нету. Фух, ну давайте посмотрим, что же у нас будет у этого господина. На грузовом автомобиле, реально, слушайте, прям целый грузовик какой-то. Сейчас будем его полностью обследовать. Так, смотрите. У каждого грузовика должна быть полная опись, действительная опись грузов. Потребуйте у него нужные документы. Ну давайте потребуем. Друзья, а у меня для вас есть подарок. Мы сделали огромную распродажу и скидки до 90% на самые крутые игровые новинки. Вы давно хотели поиграть в одну из этих игр, но вам было жалко денег. Теперь настал ваш черед. Залетайте по ссылке в описании и затаривайтесь самыми крутыми играми по максимально сниженным ценам. Но предложение ограничено, поэтому поторопитесь. Ссылочка на магазин в описании. Ну что, приезжий господин, давай-ка... Предъяви мне свои документы. А почему-то не дают его высадить, слушайте. Вот, по крайней мере, два дня назад можно было высадить его из тачки. Сейчас нельзя. Так, проверяем. Так, давайте сначала проверим здесь. Владислав Ильин. Так, вроде все правильно. По датам. До августа, до декабря. Ну, неплохо. Пошли проверять груз его. А, нужно сначала взять что-то здесь. Планшет берем. Кстати, у. Тактический нож, тактический планшет. С. Используйте планшет для учета груза. Зажмите ЛКМ. ПКМ, чтобы просмотреть запись. Так, а как войти сюда? Мне надо войти как-то. Так. Теперь сравните записи в планшете и учете груза, и в описи груза. Так, как это сделать? Наверное, на тап. Ну-ка. Холодильник две штуки есть. Газовая плита одна штука. Опа. Тут три газовых плиты у нас. Унитаз две штуки, а у нас один. Мыло одна штука, одна. Биологически опасные материалы один. Мешок цемента 10. Короче, газовая плита не соответствует. Ну не соответствует, что? А где газовых плиты-то три? Вот это что ли? Газовая плита есть. Газовая плита еще. И вот газовая плита. Только она не газовая, а электрическая. Ну ладно. Кому какая разница? Так, давайте-ка мы попробуем еще вот так вот посмотреть все это дело. Так, ну в целом он, получается, нелегально завозит, правильно? То есть газовая плита 3, а должно быть 1. Поэтому мы тебе отказываем, чувак. Мы тебе отказываем. Я тебе отказываю. Доступ запрещен. Собака ты сутулая такая, хотел меня надурить. У, гадина. Надурить хотел. Меня так просто, меня не облапошишь, ты понял? Следующего запускаем. Не отметил ошибку в отчете, ёлки-палки. Так, выгружать товар. Ну-ка, предъяви документы мне. Нажмите Е, да? Так, выберите планшет, а теперь нажмите Е. Давай-ка выгрузим все, чтобы понять, потому что что-то нифига не видно здесь. Так, теперь идем.
и учитываем весь этот груз. Это какой-то хиппи, короче, да? Хиппи пытался провести контрабанду, а я его поймал. Поймал хиппи на контрабанде. Нет? Сейчас проверим. Так. Отмечаем, записываем все. По-моему, что-то еще у него было, нет? Бочка, эти мешки. Ну все, вроде как, да? Так, ну вроде как все. Чё думаете? Ребят, чё думаете, реально? Есть там что-то не так, не точное? Отчёт о досмотре. Так, а как мне? А как с этим-то сравнить сразу? Что-то я не понял. О! Так. Ящики яблок. 3 есть. Мешок цемента 8 есть. Бочка пива есть. Ну, вроде как все. Теперь его Симон есть. Тарикян. Терияки, короче. Тарияки. Да, все правильно. Номер соответствует, да. До августа, до июня. Да все четко. Ехай. А, надо загрузить обратно, что ли, все? А кто, я буду грузить, что ли? Так. А как их загрузить обратно-то? А как их теперь обратно-то загрузить? Я что-то не догоняю. Ой-ой-ой-ой-ой! А ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Поняли, да? Опа! Опа! Вот это находочка! Опа! Сейчас мы и тут что-нибудь, наверное, обнаружим в этих мешочках. Опа! Он в картошке что лежит у него. А что в бочонке? В бочонке ничего. А может в этих что-то еще есть? Я бы на всякий случай вскрыл. Так, ну-ка. Не, реально яблоки. Это реально яблоки. Так, выключаем ультрафиолетовый фонарик. Так, арестовываем контрабандиста. Выйди из машины, гадина такая. У, гадина. Сейчас я тебя буду производить гражданский арест. Сейчас буду. Ну-ка. Арестован. На. Хотел через границу провести. Так, пополнение у нас. Так, закрываем камеру. Выложим, пожалуй, все сюда. Так. Эту тачку надо убрать. И следующих надо запустить. Давай, чувак, убирай. Выполняй свою работу уже, в конце концов. А то я один тут пашу только у вас на границе. Все остальные прохлаждаются. Погнали. Так. Давай, вориша командира. Сейчас будем смотреть, что ты везешь здесь. Оп. Оп. Можно же не разгружать, правильно? Что тут, ничего нет у него? С фонариком еще посмотрим. Да нет, наверное, ничего. Так, теперь сверим. Все четко здесь. Давайте сверим тогда его. Расим. Солмаз. Солмаз есть. Это все
Вроде как правильно, до июня, до октября. У нас апрель. Все, свободен, ехай. Или не ехай. Подожди, ладно, ладно, сейчас проверим. Сейчас проверим все. Да я думаю, все четко здесь. Не везешь, ничего ты, а? Скажи-ка мне, товарищ. Ладно, ехай. Давай. Вроде нету никаких нарушений. Хорошего дня и тебе тоже, давай. Не болей. Приятной дороги. Не попади в аварию, смотри. Колеса, смотри, не проколи. Кстати, дальше, наверное, будет у нас проверка уже технического состояния машин. Вот это прям груженый едет. Прям совсем груженый какой-то. Контрабандист он или нет? Что думаете? А ну вышел. Отойти. Вышел. Давай, давай, вышел. Посмотрел, что так на меня. Фига ты. Что, борзый, что ли? Ну-ка, документики. Все, во мне проснулся охранник, ребят. Не мадру эту дураж. Не два чарачмена. Так. Аптечка есть. Здесь ничего нету. На потолочке ничего нету. Давай тогда разгрузим тебя или хотя бы так посмотрим. А как залезть-то к тебе? А. Так, ну придется разгружать. Так, придется разгружать. Производим опись товаров. Чисто сено везет. 9 тюков сена у него получается. Проверяем. А должно быть 10. Подожди-ка. Проверим еще раз. А где еще кусок сена у тебя? Тут нету. Отлично. 9 тюков сена, а должно быть 10. Так, опись груза неправильная. Давайте проверим его еще и Харун. Харун зовут, прикольно. Так, дата. Дата действительно. Ну, слушайте, только получается здесь проблем. Но этого уже достаточно, чтобы не пускать. А мы сейчас еще и вот так проверим. А вдруг что-нибудь найдем? Какую-нибудь змею нарисованную. Но в тачке не нашел я. Так, ну мы, получается, не пропускаем его. Мы тебя не пропускаем. Вернись в тачку. И езжай домой. Пока я еще что-нибудь здесь не нашел у тебя. Все, давай, езжай отсюда. А, товар надо погрузить ему. Так, а как его погрузить? Как погрузить-то? Слушайте, а как его погрузить назад? Вот это я что-то не понял. А как товар назад погрузить? А как его погрузить-то? Чувак, ты не хочешь помочь? А, во. Ты хочешь помочь, я понял. Так, ну все, езжай, ты не проходишь. Не разрешен въезд. У тебя неправильное. Да мало. Почему? Почему? Потому что где-то потерял ты сток сена свой. Я тебе виноват, что ли, что ты, Маша растеряша. Давай, вали отсюда. Так, ну получается первый день. Вы быстро учитесь, можете уже отдохнуть. Сегодня последний день обучения. Отлично, отлично, ребят. Все, идем отдыхать. Ложимся отдыхать. Отлично, отлично просто. Вот, посмотрите, как все пошло у нас. Все прошло по плану. Пошло наконец сохранение. Все отлично. Теперь следующий день. И следующий день у нас будет следующая серия.
Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Смотрите, если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. А на этом все. Всем пока!